родился я в Брянске, в России, в Брянской области. В войне была с мамой, у мамы еще было пять. А нас, партизаны, собирали пацанов и, говорит, под железную дорогу идут поезда с оружием, с разной всячиной, подлаживаются под железную дорогу, чтобы они взорвались. И вот мы их подкладывали. Они разознали это дело, и рук всех пацанов и на Польшу. Вот туда, в концлагеря, или я остался живой как-то. Меня брат старший был на Донбассе, тут вот. Поселок сейчас, он Мирноград, а раньше был Новоэкономический город назывался, я Рудник. Там шаг было штуки 3 или 4. Да мы поеду и я. Это ж, где денег заработать было? Я так шахтером шпуровал, наверное, около 40 лет. Не хотелось уходить. Уже давно пенсия была. После пенсии лет 10. Мы к вам приехали в гости. Молодцы. Проведать вас. Как вы? Спасибо. Как вы? Здоровье ваше. Здравствуйте, Иван Димонович. Привезли вот такой вот вам наборчик. От Рената Ахметова, от фонда «Порятунок життя», который нам всегда помогает. Стараемся как-то вас поддерживать. Спасибо, очень благодарна за ваше внимание, за заботу о нас, стариках. Зачем эта война нужна? Людей уничтожат, города сейчас не нужна война. Ну, обнаглел он, Путин тот. Причем все города, мирные люди. А ну, куда это годится? Развалил нашу, как посмотришь, одни камни. Такие города хорошенькие. Харьков такой, столица была когда-то. Многомиллионный город. Тот же Киев, какой город красивый. И зачем воевать? Человек это выше существо на земле. Разве можно творить вот это? Живем одной надеждой, когда закончится война, чтобы наступил мир, чтобы внуков, правнуков было хорошо, чтобы они жили своей жизнью мирной, цветущей, свободной Украине. И на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.